Решением Вологодской городской думы 24 мая 2018 года номер 1502 внесены изменения в решение Вологодской городской думы от 2 апреля 2007 года о правилах благоустройства муниципального образования город Вологда. И пунктом 3.5 запрещено парковаться на газоне и иной территории, занятой зелеными насаждениями. Значит, 30 мая указанное постановление было опубликовано в средствах массовой информации и вступило в настоящее время уже в действие. В связи с тем, что, если кто-то помнит, несколько лет назад это правило было отменено, в связи с тем, что были судебные решения в не пользу, скажем так, в данном случае, наверное, администрации, как органа, который отвечал за указанное направление деятельности, но Верховным судом были приняты в данном случае как раз в пользу, ну не администрации города Вологды, а в пользу там другого органа, по-моему, город Москва, отсудила и все-таки вытребовала это право. И на сегодня, с 30 мая, мы возобновляем работу по штрафам за парковку на газонах и на территории зеленых насаждений. Пока работа эта настраивается, скажем так откровенно, мы в первую очередь сейчас будем обращать внимание на парковку, это возле образовательных учреждений, детских садов, в местах массового скопления людей, но и по дворам мы тоже, конечно, пойдем. В первую очередь сотрудники административно-технического отдела будут выходить на территории, они будут фиксировать, основное у нас это фотофиксация, все равно фиксировать само правонарушение. В дальнейшем, в связи с тем, что нужно, согласно законодательству, нам определять собственника указанного транспортного средства, то есть мы будем направлять документы в ГИБДД по УВД города Вологды, будем получать сведения о собственнике, после этого составляется административный материал, собственник вызывается на протокол, и потом материалы направляются в административную комиссию. Существует, опять же, согласно законодательству, у нас, скажем, такая градация штрафов, да, они у нас варьируются от предупреждения. Также штрафы могут выноситься в отношении физического лица в размере от 1 тысячи до 5 тысяч, в отношении должностного лица от 5 до 10, а в отношении юридического от 10 до 50. Но мы будем в данном случае, в каждом конкретном случае смотреть, разбираться, потому что одно дело, если человек в первый раз выехал, да, на газон, и мы понимаем, что фактически большого урона он не нанес зеленым наслаждением газону, то, наверное, мы обойдемся предупреждением. Если мы выявим, что указанный факт носит систематический характер, то, наверное, здесь уже штрафы будут материальными.